начинаем наши занятия в НТМ-студии. Сегодня вашему вниманию предлагается занятие по изготовлению объемной аппликации. Вот такую вот аппликацию мы получим с вами по итогу нашего занятия. Что нам потребуется для изготовления? Нам потребуется с вами цветная бумага, цветной картон. Сейчас я вам покажу. Цветная бумага, цветной картон желтого, синего цвета. Используем бумагу, которая у вас есть под рукой, в общем, которая у вас есть дома. Фломастеры, клей, ножницы. Можно использовать белую бумагу, но у меня есть вот такая вот бумага, это полотенце. Ручное полотенце бумажное для более создания эффекта вот таких облачков. Но можно использовать и просто белую бумагу. А два лучика должно быть примерно одинаковых рядом друг с другом. Это нам потом понадобится для объемного эффекта нашего солнышка. И дальше продолжаем рисовать наши лучики. Вот наше солнышко получилось. Теперь мы берем с вами ножницы. Теперь берем нашу основу. Либо у нас голубого цвета, да? И мы возьмем с вами голубой лист бумаги или голубой картон. Но чтобы еще более объемного эффекта добиться в нашей картинке, мы вырезаем как бы такое большое абстрактное облачко. То есть тут уже работает ваша фантазия. Начинаем вот такими движениями уверенными. Все, мы с вами наклеили наше облачко на нашу основу. Вот смотрите, даже у меня маленько вышло, это тоже будет очень красиво, такой эффект, еще плюс эффекта к нашему объему. Теперь, значит, солнышко пока у нас лежит в стороне, давайте мы с вами поработаем с облачками. Белую бумагу или вот такое бумажное полотенце. Давайте проработаем два варианта. Из белой бумаги, чтобы вам было удобнее, давайте вырежем вот такой небольшой кусочек. И так же, как вот с большим нашим листом, мы проделываем то же самое, только с маленьким вот этим кусочком. Вырезаем тоже вот такое вот абстрактное облачко. Вот. Ну, таких вот примерно можно сделать штучки 3. Если помните, то когда мы с вами вырезали его, я попросила, чтобы вы сделали вот два одинаковых лучика. Что мы с ними сейчас делаем? Между ними вот так ставим ножницы и уверенно прям прорезаем до середины нашего солнышка, то есть до середины нашего круга. Вот таким образом. Вот, видите? Вот. Вот. Берем клей и вот одну половинку получается вот здесь промазываем, вот здесь промазываем клеем, то есть лучик наш, один лучик, вот так, и приклеиваем друг на друга, начинаем приклеивать наше солнышко, убираем наш фон, берем бумажку, на которой можно будет не бояться работать с клеем, и промазываем наши лучики.
так у нас получается. Ну что нам не хватает? Нам не хватает с вами личика у солнышка, да? Сейчас мы его будем делать. Нам понадобится фломастер и кусочек белой бумаги. Кусочек белой бумаги. Вот маленький кусочек белой бумаги. Так, с помощью фломастера мы рисуем вот такие вот глазки. Овальные глазки у нас получаются. Вот такие вот глазки. Так, делаем глазок зрачки. Оставляем вот такой белый. Белое такое основание. Так. Вот так. Мы начинаем приклеивать наши глазки у солнышка. Вот такое милое солнышко у нас получилось. И теперь можно фантазировать, чуть-чуть порисовать фломастером. Я беру синий фломастер и начинаю вот, так, вот такими движениями, вот такими пунктирами параллельно нашим лучикам прорисовывать. Вот. Вот что у нас получилось.